плавать трудовую рюмочку одну. Ну, после того кто-то плавает. В общем, эти гроны, это такая, ну, эти дроны, они, ну, они дегроны называются. Что они приносят Россию на. Ну, то есть тот меч, который мы выкинули, что давал, ну, 15%, вот это, ну, требования реза на 15% больше, что их можно было нанимать. Ну, у них это потом слабее. Ты тут тоже не 22-22, так не сравнить, ну, по сути. Ну, примерно то же самое со всеми. Вот тут плюс 50 атаки ночью. 150 урона от цвета. А, у тех, у троллей регенерация. А днем удвоение. Непонятно, но нам, ну, не помешает с одной стороны, но с другой, типа, не медиум, во-первых, не будет, скорее всего. Вот этот тролль, а так у нее не у него скелеты. А что-то избрать одну надо. Ну тут 8 скорнокрылого, да. Плюс грифоны, но если не истощаться, тогда можно. Ну что же делать? Вот этот идет. Скверный крыло. Вот тут этих можно разбить, да. Ну, 3 грифона и 3 скорнокрыла. Надо не раньше, чем тоже видеть на ходе. Блин, змей. Так мы, если начнем вступать в бой, то змей тоже нет. Ну, можно еще змей присоединить, 16. Или 17, сколько там. Восемьдесят. Ну, 7 еще, ну, плюс 6. 93, опять у нас перебор на 2. Немного перекрутили. Пятнадцать. Ну, или 16. Даже больше. Ну, мы жмеем, да, надо опять отвезти. Мы нашли какой-то тут этот. Давай, не это. А ну, копейка. 500. Ну, мы же пляж за каждое прибытие там. Да можешь там говорить, да. А теперь он не дает. Ну вот это вот воительница, то самое гей там какие предложения. Ну мы просто убрали, чтобы посмотреть, что он делает. Плюс 5 скелетов. Не, ну, как бы не особо. Мы за таких насобираем, да?
это их может полсотни там. Знак дипломата плюс 200 лидерства плюс 10 человек. Да у нас такое вроде есть уже. Точно такой же знак дипломата. Стоимость 7500. Мораль нормальная. А что он? Типа можно складывать блоки, типа бронзовая птица там. В общем, впрыгиваем. Мчим. Мы стреляем, значит, мы тогда на скелетов не прибавим, например. Мы прибавим сейчас этих и королевских змей. А скелетов будет мало. А с архимагами там. Вот с этого отряда мы можем получить двух паладинов еще. Один, кстати, есть. Можно увеличить эту дипломатию. Можно смотреть, сколько дипломатия. Наверное. Если наоборот, он говорит, что тут умение. Что... Ну, по духу, да. Так они типа наполовину тут. Должны были бы быть эти. Ну то есть силы и руны духа там или руны магии какие-то. А тут используется только на основе руны духа. Ну половина снесем. Ну что из одного паладина надо сносить. Ну будет 18 и там одного купить 19. Ну если еще один тряп попадется, то еще на парочку. Ну мы отберем лучников. 65 лучников где-то. Точно. Это сколько тут? Ну почти весь отряд, да. А потом. Ну 4 архимага, это как мы архимагов. Ну 4 архимага, если. Или кавалериста 4. Ну это надо убрать тогда грифов. И змеи купить там, допустим, кавалерию. И архимагов. И по 4 отобрать отряд. Но тогда не будет призыва. А змеи круче валятся. Ну и как кавалеристы. Ну и один к одному, конечно. У них там много хп. Но у них есть уклонение. То есть если они раз уклонились, змеиное око. 15%, но и чаще, не через, чуть ли не через раз, не через два, бьют без отдачи, там, все 4 хп, ну то есть 2 змеи уже 120, 8, там, 3, 3 змеи 200, потому что стреляние драться, тогда лучников там не заберем, ну уже в next.